Хейл Гай, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Понимание. Ну что, продолжаем на том, о чем остановились. Так, давайте смотреть врагов. Какие у нас там новые появились? По идее, ну, главбосс и все. А, еще вот этот, ядовитый пони-призрак. Так, ядовитый оттенок. Призрак, который может отправлять воздух. Так, гидра. Водное жилище похоже на рептилии монстр с множеством голов. Ну, погнали далее. А, то поднимает удачу. Не, ну призрак, конечно, классная вещь, вы что, гоните? Так, это он, да? Тот, кто нам должен помочь. Дерпи, я не думаю, что мне нужно говорить тебе, что ты был осторожен. Здешний мусор действительно опасный. Если вы увидите кого-нибудь из раненых, обязательно дайте им лекарство. Растение, которое я вам дал. А ты мне нихера не дал. Ты сначала дай, а потом говори. Клаусайд, погнали. Клаусайд. Небеса, небеса, небеса. О, невидимые стены, кстати, я про них и забыл. А, я вспомнил. Не. Сдох от моего же призрака. Так, подожди, то есть такие стены я не могу уничтожить, пока меня не будет одета херня, я прав? Ну да. Не понял прикола. А, вспомнил. Да иди ты в сраку, конь.
Так, ну, допустим, к примеру, я хочу посмотреть. Нет. Для чего мне эти сердца дают? О, все, ладно. Так, мне дали медаль духов. Вот. Защищает от каменного состояния. Ну, давайте пока так пойдем, а потом если вдруг... Ладненько, давайте, думаю, на этом мы с вами закончим, поэтому всем спасибо. А хотя нет, давайте я прочту, что вообще за враги появились, потому что серия у нас довольно короткая, поэтому... Да! Enemies. Enemies, enemies, enemies. New enemies. Неизвестные, неизвестные. Так, воин в доспехах с выдвижным копьем. Защита для копья. Так, гарпия. Злобная птица, подобное существо с головой и туловищем самки. Какатрик. Какаду. Один взгляд этого птица подобного зверя превращает вас в камень. Головы медуз. Так, чудовище создано в огромном количестве из волос медузы. Ну, я понимаю, что, скорее всего, босс будет именно вот эта херня, да? С медуза. Минотавр. Невероятно сильная фигура с головой буйлом. Ладненько, давайте, думаю, на этом мы с вами заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.